Так, это у нас 26 февраля 2021 год, Харьков, 21:49 по Киеву. Нам немножко повезло с погодой. И хотя небо традиционно не абсолютно чистое, но кратер Аристарх только что был заснят. Через несколько часов полнолуния. Ну что сделаешь? На щебне снимаю натурально. После круто минусовых температур у нас сегодня было плюс 12. И потекло. Все поплыло. А, кстати, там же регул должен быть, да? Где он? Регул, вон он. Двойная звезда. Ах, не буду пытаться на нее навестись. На них. Семьдесят девять световых лет до регула. Это очень большое расстояние. То есть 4 дня назад моей бабушке исполнился 91 год. Если бы в 5 лет со скоростью света она отправилась к этой замечательной сдвоенной звезде, сегодня была бы там. Да, тут, наверное. Да, у нас еще и ветер лютый. Я забился в закуточек. Но все равно хорошо. Посмотри, какой Аристарх. Как я давно уже не снимал такой облачной зимы, я не помню. Может, просто не обращал внимания, но месяцами небо над Харьковом закрыто. Вот она, наша красавица. Полная. Луна. Ну, если быть абсолютно точным, то полная она будет завтра с утра, но мне этого достаточно.
Так, сейчас попробую еще поснимать. Ну, с другими настройками. Бетельгейзе. Ну, сейчас еще Бетельгейзе попробую снять. Да, хотел поснимать Плеяды, Марс, но уже там дымка в той стороне неба, на западе уже совершенно сплошная. Здесь она просто мешает видеть, наводиться. Не, ну это тоже не дело. Вот это Бетельгейзе. Бетельгейзе. Тоже сдвоенная звезда, но до нее не 79 световых лет. Подожди, 79. Бабушке 91.